Покажите им, ребята! Здравствуйте! Так точно. Ядрок. Я умею смеяться, полковник. Я и могу сразу в окно. Ну, раз так, значит, товарищ капитан расскажет Ядроку, как правильно сёрфить на ванпост А7. Это его личная задача. Товарищ полковник, там надо чувствовать. Получается, чтобы это рассказать невозможно, там надо показать. Разрешите ему показать, не рассказать. Ну, всеми действиями, всеми силами ты должен будешь это сделать. Так, хорошо, 212-е. За мной шагом выходим за бар. В общем... Где да, товарищи гвардейцы, займитесь делом. Мы как можем сделать? Смотрите, да. Смотри. Найдите преступник, товарищи гвардейцы. Я не услышу, если мне кто-то что-то говорит, то уже много кто говорит. Да, да, мне да, нужен да. только 1.41, это печенька из ЦП. Он нарушил постановление. Ну все, мне пиздец. О, смотри, смотри, вкуснятина. Так, где печенька из ЦП? Вот, приветик. Так, собственно. За нарушение постановления 11. Ты с горы по нам, по мне попал. Да, да, да. Если... В общем, смотри, если у тебя какие-то имеются жалобы, можешь потом обращаться, у меня запись со шлема имеется. Все. Нарушение постановления 11. 2 hours later. Боже, лейтенант, мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой. Давай заковские песни петь. Золотые купола. Мусора гандоны. Младший лейтенант, мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой. Тихо. Лейтенант, пожалуйста, лейтенант, помогите, мы больше так не будем. Так он ваш лейтенант, это как в песне. А, фу, дресня. Так, я... Слушаю всех. Здоров? Думаю, да, можешь идти. Специалист, вам что-то требуется? Думаю, нет. Нет, мне ничего не надо. Что-то стоите, можете идти! Я сказал, можете идти! I find it hard to
waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And I feel the way that every child. Что надо? Мне сам ты фигня. Медкарту! А, медкарту, ща! Боже мой! Ой! Рудя, да? И... Рудю, Рудю! Да. Всё, ПСП свободен, ща оформим! Это кто? Это таких медиков берут? Да у него там фильмы, я вижу. О, Микки Маус, забери, пожалуйста, РРку на медкарту. Кого? Уже оформляю! Блядь. Я боюсь, что она мне плохо ее оформит. Так, ладно. А цвет волос какой у тебя, дорогой мой? Виталий Майк, взяла бойца нормально, нахуй, сделал медкарту нормально, а не так. Нормально все будет. Рудя, Рудя, дорогой мой, какой у тебя цвет волос? Не крашеный? Нет, я не придумал. Виталий Майк, да. Ага. Не крашеный, не пидорасанный. Это, походу, медкарту тебе уже сделали. Реально... Я хочу сказать, что это реально похоже на то, как будто я в больницу пришел. А чё? Ладно. Чё с ним посмотрел? Там вот такие же сидят, я вот отвечаю. А, он этот, тот самый. Ну там что-то проходит. 89. Да. 89, ты хаун. Боже, какой это у вас какой хороший ассистент. Виталима, блин. Да, ну что-то против имеете? Да нет, как я замечу, она очень хорошо, так сказать, подходит к своей... Это была самая быстрая медкарта в моей жизни. Ты был... Так, ладно. Ты же на стрельбище был? Ну. Виталий. Вы свободны. Я вам всё тебя там, провёл. На тебя там уже успели пожаловать. Кто? На Микки Маус. Ерора на тебя пожаловался, то что ты просто так медкарту пишешь. Ну типа она вот на процедурной здесь стоит и ни разу не отошла, а медкарта делается. Безумие это точное повторение одного и того же действия раз за разом. О, в надежде черт. На изменения. Это есть безумие. Когда впервые я это услышал, не помню, кто сказал эту хрень, я бум, убил его. Смысл в том, окей, он был прав. И тогда я стал видеть это везде. Везде, куда ни глянь, эти болваны. Куда ни глянь, делают точно одно и то же. Снова и снова и снова и снова и снова. И думают, сейчас все изменится. Не-не-не-не-не, прошу. Сейчас все будет иначе. Это есть безумие. Ты его знаешь, Лобстера? Дэдшот? Он же это... Это его парень.
О, все. Говорю, говорю, ты знаешь лобстера? Это дедхот, а не дедшот. Дедшота микрофона нет. Ладно, дедхот. Чё, блядь? Что? Кому нахуй микрофон нет? У меня всегда микрофон был. Всегда? Ты точно? Ты был в медиках, правильно? Я не ошибаюсь. Да, я был на ассистенте. И все максимум? Да, потому что я туда пошел такой с того, что не хотел посмотреть, что там вообще да как. Не, это не дедшот. Ты Волкова знаешь из этого МК? Такой душник. Такой да, душник. Волкова знаю. Ты это пиздец, знаешь, что прикол, короче, я ж когда был в СТ, я, короче, вот так вот любил всегда подходить и открывать энергобарьер. Ну, то есть дверь, короче, грубо говоря. Идет такой, говорит, так, что вам здесь нужно? Как бы не открывайте дверь, вы как бы хотите, чтобы ее чинить, там бла-бла-бла, он, короче, не ебал мозги. И, короче, пришел мой полковник, это за мной бежал с дубинкой вместе с Волковым. Потом меня посадили в КПЗ, начал Волков меня чинить, потом пришел полковник и лейтенант. И, блять, это пиздец, я тебе отвечаю. Нет, меня бесит, когда это кто-то дергает дверь, я тоже сажу любого. Так скажу. Короче, звание меняет людей, поверь. Я знаю Волкова, когда был со мной интерном вместе. Он ко всем, так сказать, относился добро, вот так миленько. А сейчас я не знаю, ну, как ты говоришь, там что-то серьезное, прям пиздец. Ну, дверь взял. Ты ему только попробуй воинское приветствие не исполнить, он сожрет заживо, закопает. Ну, представьте, вот воинское приветствие, ты бежишь, да, и оп, на ходули, кинул плотную. Сука! Плотная честь. А я не знаю, за такое можно посадить? Но если я скажу плотная блять, честь. Блять, подожди, плотная честь, ты имеешь в виду Зигу или нет? Или что-то? Нет, нет. Ну, плотная честь, вот так, оп. Ну и плотнейшая. Плотнейшая? Да не, ебать, не, не. Кинул плотное приветствие, блять, сейчас меня. Я не знаю, что будет, я не знаю. Ёб твою мать. Исполнил плотное воинское приветствие, блядь! Ёбаное! Я в ахуе! Исполнил плотное воинское... Блядь. Не знаю, что будет, ёб твою мать. Это Волкову, блядь, так надо... Во-во. Всё. Теперь буду проходить, вот так кидаю. Кинул плотное приветствие, ёб твою мать, это ж пиздец. Или кинул полную честь, там, не знаю. Отдать честь, там, не знаю, челики пишут, помню. Отдал честь. У него номер молодой, 056. Фитиль, короче, у него такой никнейм сейчас на БЗ втором. Фитиль. 056-32, наверное. Ну, короче, у него, о. Вот, короче, в инструкторах тоже прикольно. Ты же знаешь, что в инструкторах платят? А, да? Стоило мне зайти, ты сказал, а, так в инструкторах тоже прикольно. Слышишь, инструктор? Слышу. Извини, что ты это... Ты подходишь ко мне с вопросом, но делаешь это без уважения. Я делаю с уважением, смотри. Я вот так можно? Я... Ты же в курсе, насколько я тебе звание старше? Один... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Я тебя на 17 званий старше. Я тебя старше на 4 звания. Смотри, у тебя путь. Кадетский корпус, камианский инструктор первого ранга. А у меня путь с РРки там до сержанта 501-го. Вот. Можем считать то, что ты попал в черный список инструкторов. Блядь, лобстер, что ты сделал? 18 званий старше и инструктор. Ё-моё. Лобстер, ты все, ты уже все. Все, ты больше не попадешь в инструктора. Все. Ты просто закопался в могилу чисто. Вот как Кертис. Я это сказал, оскорбив комендантского инструктора. Или я попал в ЧС, потому что я по знаниям пока плох. Если по знаниям, то это не повод попадать в ЧС, потому что я могу усовершенствовать свои знания, правильно?
Значит, скорее всего, я, ну, оскорбил. Я же не сказал, что ты попал. Я сказал то, что будем считать. Официальная версия — ненадежный боец. Да. Не верь словам, а верь поступкам. Слова подобные